Всем привет! Уже рассказывала в Инстаграм, что у меня появился лучший помощник на кухне. Муж подарил мне гриль на день рождения. И я сегодня хотела рассказать, какой мы взяли и вообще для чего он нужен. Для такого прибора вы найдете 1000 вкусных рецептов для завтраков, обедов, ужинов и выпечки. Я примерно год смотрела и присматривалась к разным моделям, и выбор пал на DeLonghi модель CGH1030D. Я напишу обязательно в описании под этим видео подробно. Что важно учитывать при выборе гриля? Первое – это то, что конкретно вы хотите на нем готовить. Если это будет мясо, то надо смотреть, какая максимальная температура может быть на вашем гриле. Более дешевая модель с очень низкой температурой, а значит, вы сможете пожарить на них оладушки, сырники, максимум рыбу. Мясо не прожарится. Очень удобно, когда есть разные сменные панели под разные блюда, и более качественное приготовление будет, если в эту панель встроен нагревающий элемент, как в нашем. Взяли с тремя панелями: для мяса и рыбы ребристую, для оладушков и сырников плоскую и форменную под венские вафли. Все панели с нагревающим элементом. Такие панели нельзя мыть, потому я после использования их только протираю над мойкой, иногда только бумажным полотенцем, а иногда влажной губкой. Антипригарная поверхность обеспечивает легкую готовку без масла и очень легко вытирать поверхность, даже если вы готовили стейк. Еще очень удобно, что регулируется угол наклона верхней поверхности в зависимости от толщины стейка. Программа для телефона, где можно выбрать продукт, который вы хотите готовить, и вам программа подскажет, какую температуру выставить и какую панель поставить, а также запустит таймер на телефоне во время приготовления и оповестит вас, когда блюдо будет готово. Что мы готовим? Мы готовим овсяные блины, оладьи, сырники, венские творожные вафли, шаурму, стейки из птицы, мяса и рыбы, также котлеты. Еще осваиваем новые рецепты и будем делиться с вами в новых видео. Поэтому подпишитесь на мой канал и не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых публикациях с новыми рецептами.